Давыдова и Елена, Литовский 15.5. У меня вопрос такой. Что значит границы участка максимального и минимального значения? Максимальное и минимальное значение означает, когда мы рассчитываем необходимую площадь для жилого дома, для эксплуатации жилого дома, у нас есть ограниченная площадь квартала. Если по этим расчетам, максимальное и минимальное, при этом есть расчет еще по другим территориям, земельным, по земельным участкам, для других жилых и нежилых зданий, сооружений, а также есть норматив по территории общего пользования для всех жителей квартала. И если у нас после того, как мы рассчитаем для всех необходимый минимальный размер и максимальный размер, если у нас в итоге складывается общая площадь квартала, получается, если она или меньше фактической площади квартала, либо больше, либо соответствует этой площади квартала, то участки, как правило, выделяются в соответствии с нормативным минимальным либо максимальным, но в пределах вот этих вот двух отметок он должен быть, этот размер участка. Если он превышает максимальный размер, если кварталу не хватает территории по расчетам, после сложения всех нормативных площадей квартал получается больше фактической площади, мы уже вводим корректирующие коэффициенты, и тогда у нас как раз вот эта вилка, она уменьшается. Но в вашем квартале всего хватает, и здесь коэффициент, понижающий коэффициент, не вводился. Поэтому площадь должна быть в пределах вот этих двух показателей, минимума и максимума. Но также есть такое понятие, как фактическое пользование территории, то есть сложившаяся уже планировочная структура квартала. Как вот по этому дому, например, либо здесь, тут не видно, вот здесь очень хорошо видно на примере этого дома внизу, который примыкает к Бицевскому лесу. Там уже просто некуда давать площадь территории. С одной стороны он ограничен другим домом, с другой стороны он ограничен как раз красными линиями Бицевского леса, об этой особо охраняемой природной территории, в которой мы не можем выделять придомовую территорию. Поэтому, если у нас не будет этой вилки, мы не сможем выделить территорию, мы не войдем просто в норматив. Вы нас обманываете.